Всем привет! Как мы знаем, компания Xiaomi с каждым годом выпускает все лучше и лучше свои носимые гаджеты. И уже сегодня Xiaomi начала разогревать интерес к новым смарт-браслетам своего производства. А если быть точным, компания Huami является производителем носимых гаджетов для Xiaomi. Миллионы людей ждут именно Mi Band 6. Сегодня я собрал все официальные подтвержденные данные о новинке, а также все возможные слухи о данном браслете. Все данные были собраны по материалам китайских СМИ. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! NFC. Куда же в наше время без данной функции? Имеется множество информации, что с высокой долей вероятности Xiaomi Mi Band 6 получит данную технологию. Почему сейчас все носимые гаджеты получают функцию бесконтактных платежей? Потому что в условиях коронавирусной инфекции почти все люди не носят банкноты, так как с высокой степенью вероятности на купюрах есть множество бактерий вируса COVID-19. И очень удобно достать всего лишь один браслет, оплатить покупку, и на этом все. ЭКГ – самая главная функция, на мой взгляд, которая должна идти во всех полностью носимых гаджетов. Так что можно с уверенностью сказать, что функция измерения частоты сердечных сокращений однозначно будет установлена в Mi Band 6. Множество людей начали заботиться о своем здоровье, так как в наше время очень удобно иметь гаджет, который может контролировать ваше здоровье. И не нужно вам идти в специальное заведение. Другой вопрос, с какой точностью будет измерять Mi Band 6 данный показатели, но будем надеяться, что все будет хорошо. GPS. О данной функции можно говорить очень много, но без нее сегодня не обходится даже браслеты. Ведь как можно заниматься спортом без точного местоположения? Конечно же, браслет должен определять местоположение, и вам нужно контролировать все ваши действия, весь ваш маршрут бега и так далее. Все разработчики должны оснащать девайс опция глобального позиционирования. Ее отсутствие в прошлых представителях семейства доставляло очень много трудностей своим пользователям. Конечно же, есть трудности, ведь втиснуть соответствующий модуль в корпус без внесения конструктивных изменений очень тяжело. Но будем надеяться, что Xiaomi сможет это сделать. Микрофон. Как мы знаем, совсем недавно бренд Huami выпустил очень крутой браслет Amazfit Band 6. И там данный аксессуар был. Так что можно предположить, что браслет Mi Band 6 также будет иметь микрофон. Согласитесь, аксессуар можно использовать для голосового управления браслетом, а также для разговора с другими пользователями. Конечно же, функция голосового разговора вряд ли можно ждать в данном девайсе. А так, на мой взгляд, микрофон очень неплохой аксессуар, который должен быть в данном браслете. Приложение. Гарантированно, да. У компании есть очень интересное фирменное приложение под названием Mi Health, которое, кстати, на данный момент очень информативно и достаточно стабильно. Внешний вид. Дизайн шестерки пока остается неизвестным. Конечный облик будет зависеть от наличия или отсутствия функции GPS. Но можно лишь предположить, что внешний вид не сильно должен измениться, так как все пользователи привыкли к данному решению. И если сделать браслет похожим на смарт-часы, как недавно сделала компания Huami, то покупатели может это оттолкнуть, так как это уже будет непривычный маленький браслет, а уже практически смарт-часы. Так что, по-любому, внешний вид будет очень похож на Xiaomi Mi Band 5.
Сроки выхода. Самый вероятный вариант — лето 2021 года, так как презентация остальных часов семейства Mi Band была в самые жаркие месяцы года, начиная с 2014 года. Исключение из этого правила было сделано всего два раза. В 2015 году – ноябрь, и в 2018 – май. Но чем быстрее мы увидим браслет, чем больше сможет заработать компания, так как спрос на носимые гаджеты в данный момент – очень хороший. Цена. Наиболее реалистичный вариант — $40 и больше. Причина таких ожиданий — динамика цен прошлых браслетов. Но если все функции и датчики, которые я вам рассказал выше, будут установлены в браслете, то цена может быть гораздо выше. Но будем надеяться, что компания Xiaomi все-таки максимум $40 за свой браслет попросит. Ну что же, ребята, вот мы и узнали те функции, которые с высокой долей вероятности получит Xiaomi Mi Band 6. Потому что есть множество информации в сети, есть множество постов и так далее в китайских соцсетях, что действительно данные функции все без исключения будут установлены в Xiaomi Mi Band 6. А на мой взгляд, пятый Mi Band действительно получился очень и очень достойным гаджетом. Его покупают сейчас все, потому что, во-первых, цена очень маленькая, во-вторых, данный браслет предоставляет очень и очень хорошие возможности для занятия спортом и так далее. И это очень хорошо, потому что мы, можно сказать, платим небольшие деньги и получаем все. Но будем надеяться, что Xiaomi Mi Band 6 переплюнет своего предшественника. И так, ребята, и будет. С каждым годом компания Xiaomi будет добавлять несколько функций и выпускать свой, на мой взгляд, народный браслет. И все люди все-таки будут его всегда покупать. А какой он получится, узнаем чуть-чуть попозже. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставь лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!